Ивенты. Подарок от Леи. До 27 апреля в городах будет находиться NPC, у которого вы сможете приобрести товар. Эликсир наследника 3 раза в день за 413 адены. Пир наследника 3 раза в день за 413 адены. Святая вода наследника 413 адены. И свиток поручения сотрудничества. 1 раз в день 4130 адены. Свиток поручения сотрудничества – это квест на убийство монстров в групповых данжах, где можно рандомным образом забрать одну из наград – Орден Славы, Знак Поручения, Адена, Кристаллы, Улучшенный Кристалл, а также гарантированная награда 30 тысяч адены и 300 энергии Энхасад. Ивент. Подарки в помощь. Ивент пройдет до 27 апреля. Ежедневно в 9 часов утра по почте будет отправляться подарок. Энергия Энхасад 500 штук. Время хранения в почте 3 часа. Также присылаться будет зелье развития 10% 1 штука. Свиток поручения сотрудничества 1 штука. Такой же свиток, который вы покупаете у ивентового NPC. Также руда духов 100 штук. Ивент. Клановые рейды. Самый вкусный и хороший ивент для владельцев кланов до 27 апреля. Клан Холли, вы знали или не знали, можно крафтить вот такие вот ключи и за эти ключи покупать сундуки с РБ. Рейд боссы — это превосходящие по силе обычных монстров мобы. И есть шанс выбить желаемый предмет, но все это рандом, с которых выпадает Орден Славы и шанс дропа, как у существующих РБ в мире Ла-2. Ивент дает возможность умножить эти РБ на 2, так как вы могли всего лишь фармить 4 РБ в неделю, теперь вы можете 2 раза больше. Но не забывайте, у сундука есть время жизни в 1 час. Не покупайте заранее, договоритесь со кланами насчет РБ. Организуйте мероприятие для лучшей продуктивности. Лично я проверял, РБ можно убивать втроем. Все зависит от буста вашего персонажа. Даже, думаю, кто-то и в соло осилит. Чтобы создать ключи, нужны материалы, которые выпадают с монстров в мире Ла-2. Материалы подходят любые, только исключительного качества. Видим, что требуется исключительная сталь, но нажав на стрелочки «Замена» можно выбрать любой из материалов. Я выбрал ткань для создания улучшенной ткани. Нужно 10 обычных, а для создания исключительной ткани нужно 10 улучшенной. По Адене, в общем, это выходит вместе с созданным ключом 3 миллиона 300 тысяч адены. Это только один ключ. Вам нужно будет фармить очень много адены. 20 ключей обойдутся в 60 миллионов адены в неделю. Для одного это напряжно, но если у вас есть 2 и более твинов или дружный коллектив, то это несложно поделить на всех. Это все существующие ивенты на 14 апреля 2022 года. С вами был Розе. Всем до новых встреч.